8 сентября в 9 утра в городском саду пройдет субботник по уборке территории. Принять участие в наведении порядка и чистоты приглашаются все желающие. Первые работы по благоустройству городского сада начались весной с уборки мусора и сухой листвы. В мае опилили разросшиеся деревья и кустарники. В течение всего лета силами организаций и предприятий города наводили порядок на территории, вывозили сухие ветви, сучья и пни. И сегодня работы не прекращены. Администрация города организует и проводит субботники по уборке территории городского сада. Присоединиться могут все желающие. В субботники примут участие сотрудники и работники учреждений и предприятий города. И, пользуясь случаем, я хотела бы обратиться к нашим жителям и пригласить принять также участие в этом хорошем мероприятии. И если у наших жителей возникнет желание к нам присоединиться, по возможности иметь при себе необходимый инвентарь. Это лопаты, грабли, пилы. Ну, еще раз хочу повториться. 8 сентября, место встречи городской сад, 9 часов утра.